Один уже улетел, чемоданчик. Второй забираем. Билеты готовы. Телефон Виктора. Что-то копошится. Что, ребят, мы прошли. Мы, кстати, летим. Мы прошли квест, ты хотела сказать. Мы прошли квест, да, Виктор говорит. Мы летим домой с пересадкой. И у нас первый раз, да, такое в жизни, что мы летим с пересадкой, когда у нас выход в город. То есть, что это означает? Вам нужно будет прилететь в аэропорт, где вы будете на пересадке. У нас какой рейс? Отсюда с Бали мы летим в Таиланд. С Таиланда мы летим во Вьетнам. Это вот единым у нас билетом. А вот во Вьетнаме у нас выход. Нам нужно будет за 4 часа успеть выйти с самолета, пройти паспортный контроль, выйти к приему багажа, забрать багаж, выйти с аэропорта, ну, как бы вот эту зону, да, контрольную, зайти опять, где вход получается уже на посадку, пройти опять все вот эти контроли, сдать багаж, пройти паспортный контроль, получить посадочные талоны, все опять пройти и вернуться. То есть нам нужно вот это сделать. И мы покупали эти билеты раздельно, то есть и мы подгадали вот эту стыковку. Ну, что бы вы подумали? После Сурабая, кто не смотрел, посмотрите, я очень переживала за то, что у нас могут сдвинуть рейс. Потому что когда это единый билет, они еще как-то там пытаются, да, для тебя что-то подстроить. Когда у тебя отдельные приобретенные рейсы, им вообще плевать. То есть ты прилетел с точки в точку, все. И когда вы летите такими пересадками, где у вас выход, обязательно уточняйте, какой в этой стране визовый или безвизовый въезд. Люди решают вопросы очень просто. Мы в чаты заходим, типа, ребят, как вот нам, казахстанцам, например, во Вьетнаме, типа, виза нужна, нет? Россияне нам отвечают. Не, говорит, там не надо. Мы как прилетели, просто на входе, говорит, просто там какую-то что-то оформили, что там за $20, и все. Люди отвечают, вообще даже не смотрят. Виктор написал, и он еще спрашивает, он говорит, это для Казахстана, потому что мы вроде гуглили, да, и мы видели, что вроде как виза нужна. Они говорят, а нет, это для России. Короче, в чатах, вот мы в очередной раз убедились, в чатах полная жесть. Лучше не заходите в эти чаты и ничего там у людей не спрашивайте. Решайте все сами, пробивайте информацию сами, заходите на официальные сайты посольств, смотрите, в какой стране, каким другим государственным странам, какой, ну, визовый, без визы, какой въезд, на сколько дней, при каких условиях. И мы выяснили, мы вообще собирались, да ладно, сейчас это туда прилетим, если безвизовый, там можно, но мы, короче, вариантов очень много виз есть. Есть такая виза, где ты в течение суток можешь там побыть и вылететь. Есть такая виза, где ты должен, вот, да, вообще нельзя, вот ты должен сразу делать визу. Есть виза по прибытию, то есть ты приезжаешь, допустим, в какой-то страны, и ты можешь на месте сделать визу, вот про которую мы говорили. Так вот, мы выяснили вот так, что для нас, для Казахстана, никаких таких виз халявных нет. Нужно обязательно заранее, онлайн оформлять визу. Мы оформили ее, и у нас получается... $50, да, Виктор, с человека стоит виза, то есть мы еще $100 потратили на визу, несмотря на то, что мы буквально... А, 25 на человека, да, я помню, что это 50, 50 на двоих, да, на двоих. И получается, еще тоже, знаете, сайты, вот есть, смотря на какой сайт ты попадешь, где-то такие, типа, да, там виза 25 плюс комиссия 30. Да, комиссия за нашу услугу. За какую услугу? На официальные сайты заходите и оттуда, сайты посольства, заходите туда и оттуда все оформляйте. Без всяких комиссий мы просто оформим себе визу. Заполняйте анкету. Как заполнять анкету? Просто не смотрите тоже никакие видео. Да там половина информации неправильная. Когда начинаешь гуглить, они все это... Просто заходите, копируйте весь текст, там в переводчике переведите и заполняйте как есть от себя сами. Все. Потому что мы сейчас только заходили на контроль... сдавать только багаж, да, на Бали посадочный получать. И она у нас сразу спросила, где ваша виза во Вьетнам? Хотя она видела, что у нас буквально мы прилетаем, тут же даже, грубо говоря, не выходя с аэропорта, улетаем. Наше финальное место назначения. Обязательно нужно было сделать визу. А, что еще? Багаж. У нас не без приключений. Во-первых, у нас Виктора, как обычно, Виктора подзывают проверять его сумку. То одно, то другое. Она жалуется, почему меня постоянно останавливают, короче. А это не меня останавливают, а ее останавливают. Просто она ложит все свое ко мне в рюкзачок, и все. Все, я пожаловался. Ладно. И что, они останавливают, типа,
ваш? Я говорю, мой. Все, он там шарит, открывает. Думал, он докопался до, за батончиков. Да, мы батончики с собой взяли. Водичка есть, будем батончики, если что есть. Энергетические какие-то очень вкусные. Реклама батончиков. Я думал, до них докопается, заберет. Нет, он говорит, все, там шарится, шарится, я слышу, вещи вытащил. А по багажу, смотрите, то, что мы летим раздельными авиакомпаниями, раздельными рейсами, смотрите на багаж. У нас один багаж 20 килограмм, а потом 15 килограмм. Понимаете, да? А у нас 17 килограмм. С 20-килограммовыми прилетели, а улетаем 17-килограммовыми. Но мы еще столько вещей выкинули, раздали. Она еще уток хотела с собой везти, короче, ну это прям... И по итогу что, мы прилетим куда? Во Вьетнам и посмотрим. Либо мы будем доплачивать, либо что-то надо будет вытаскивать. А что вытаскивать, непонятно, у нас вообще нечего вытаскивать. Да. Поэтому смотрите, что мы порешаем с этим делом. Короче, вот это заведение отсними. Если будете, ну когда будете здесь, вот это заведение, ну стрёмное. Круассан был с плесенью или что там. Да. Ну, короче, я не зашел круассан, там какой-то лук, яйцо. Они что могли, придумали, туда положили. Самое, что бесит в аэропортах, тут стрёмная еда. Ресторанов вообще, да? Да, ну типа ресторан, типа, да даже на сигуренку можно какой-нибудь поесть, да, нет? А в Сурабай? В Сурабай мы взяли на сигуренку, это просто бич-пакет, заливается кипятком. Ё-моё, я не знаю, ну это свиньи бы даже такое не ели. Да, да, да. Но она прям жесткая, прям, я не знаю, прям невозможно есть. Поэтому здесь есть нечего, либо фастфуд какой-то жесткий, чтобы потом у тебя будет весь перелет тарабанить, либо что, либо вот невкусные сэндвичи. Ну даже в Старбаксе, по-моему, фигня какая-то. А тут Старбакс может было бы? Надо было в Старбакс пойти, да. Вы знаете, что интересно? Чисто человеческая особенность. Здесь несколько гейтов. Вот первый, вот здесь вот второй, третий, четвертый. И вот люди просто толпой сидят у четвертого гейта. Посмотрите, сколько их там много. А вот здесь все свободно, а там друг на друге сидят. Ну, типа, ребят, камон, вы можете пройти в соседний гейт и сидеть там, это не запрещено, как бы, вот, пожалуйста. Я абсолютно не согласна с тем, когда стебут, типа, людей, которые первые в самолете соскакивают. Вот мы, например, сейчас летим, у нас будет пересадка, и нам нужно успеть, да, выйти с аэропорта, зайти, все это сделать. А у кого стыковка 2 часа, а у кого час? Конечно, они когда переживают, а еще, знаете, и у них рейс пришел с задержкой, и их рейс еще будущее перенесли, допустим, на час вперед, и вместо там 3 часов у них час пересадки. Конечно же, они будут торопиться, они будут соскакивать, чтобы быстрее просто побежать, пройти первыми паспортный контроль, забрать свои чемоданы и быстренько пойти, допустим, на пересадку. Пересадка в Таиланде. Летели мы вот здесь. Ты поспал? Нет. Вот, я тоже. Мы летели в ночь. 4, да, часа. 4.5. Нифига не поспали, мало того. Соседка еще и вот так вот ногу просунула прямо перед моим лицом. Это вообще было нечто. Вообще, короче, не очень какая-то авиалиния. Представляете, такое длительное время взяли, они даже не кормили вообще, хоть бы, блин, чай дали, что ли. Пока ты ждал посадку, пока... Смотрите, как ужасно там. Пока ждал все это. Есть реально очень сильно хотелось. Хорошо, что мы взяли с собой кучу батончиков. Ну все, мы выходим. Да. А тут тепло. Тут тепло, мы первый раз. Приехали в аэропорт, стоим вот в такой очереди. Сзади нас, посмотрите, сколько людей стоит. Ни одного работника аэропорта, мы не понимаем, ну, типа, туда мы с кем, не туда, но, типа, по логике, там прибытие. А здесь трансферы в International. Мы вроде как летим в International. Ну, да, вроде да. И очень-очень странно. И вообще, знаете, там приезжает одна какая-то машинка раз в 10 минут. Не знаю, человек по 6, наверное, вон она забирает, уезжает почему-то. Так, мам, мы бы все туда вместились. И уезжает. И мы вот стоим здесь уже
Очень если долго. Пересадка, час. Да, если пересадка у тебя маленькая, то все, считай. Ну, все просто. Вот тут будешь начал жить, летать. Короче, ребята, это просто какой-то писец. Мы стоим час в очереди, выходит оттуда чувак, там оказывается паспортный контроль, вообще непонятно зачем, хотя мы просто пересадка, у нас даже багажа нет. У нас просто должна быть транзитная зона, которой нет в этом аэропорту. И чувак выходит и такой, кто летит на Бали? И Дин Пасхар говорит, заходите. И все очереди, которые сзади нас стояли, они просто все ринулись вперед нас, и все. И мы зря стояли вот эту всю очередь. Короче, вообще пипец. Я не понимаю, зачем нам даже контроль паспортный проходить. Это какая-то жесть. У нас просто пересадка этой же авиакомпании. Наши же чемоданы у них, я не знаю. И мы постояли 1.5 часа в очереди. И стоим вот здесь, вот проходим сейчас заново контроль. Мы только сейчас с их самолета вышли. И опять в их же самолет садили. Мы, значит, что по их мнению, пока ехали в автобусе до аэропорта, подменились или что мы сделали, я не знаю. Что-то... Это значит интернешнл. Я вообще не понимаю. Это вот интернешнл код такой вот здесь. Такое ощущение, будто все нормальные туристы где-то прошли в другом месте. А мы как будто пошли по... Я не знаю, вот знаете, как... Какие-то неформальные... Как это... Нелегалы, как будто какие-то, я не знаю, колхозники. Короче, куча индусов. Я вообще не понимаю. Мы в каком-то ужасном месте были. Вот сейчас все выглядит как аэропорт. А мы были как будто в подвальном каком-то помещении. Там окна зеркальные, ничего не видно, улицу не видно. Маленький коридор узкий, 100-500 тысяч миллионов народу. Они типа, ну, я вообще не поняла, что мы там делали. И мы буквально, мы прошли, вот, они эти, да, индусы, они соленья, банки, огурцы, помидоры там, воняет. Контроль проходит, носки сняли, я, бля, сейчас же нам еще носки там, ой, эти носки, кроссовки. Вообще, они вонючие ужасно. Просто еще сзади меня, которые ехали, ну, они пердели всю дорогу просто, я не знаю. И, короче, это... И вот мы сейчас идем, вроде хотя бы на аэропорт похоже, мы увидели, где наш гейт, нам он, все, что, для чего мы там простояли, нам просто на билетах, на посадочных, которых нам еще на Бали выдали эти посадочные, мы должны были просто выйти, в зону ожидания пройти, прождать там 4 часа и полететь дальше. Мы хотели покушать, транзитная зона. Мы проходили полностью контроль, нас опять досматривали, я вообще не поняла, зачем. А мы стоим, ни одного туриста, понимаешь, как мы, нету, а стоит просто, я не знаю, человек 100 индусов. Я думала, мы не туда попали. Перед нами одна стояла девушка, ну такая, ну типа как мы, как туристка. И она стояла, да, минут 40 развернулась и ушла. Мы думаем, пипец. А, ни сотрудников, никого. Виктор ходил, искал уже. Никого нету, не у кого спросить, куда нам. Вообще жесть, вообще жесть. Все закрыто, да. Они, походу, тоже работают как Tomorrow, да. Вот завтра они откроются. А сегодня все, вот магазины, да, все закрыто. Короче, ребят, еще в чем прикол. У нас наш вот этот рейс посерединочке, двухчасовой, маленький, промежуточный. Его уже третий раз по времени переназначают. Сначала мы должны были вылетать в 7.50. Потом нам его перенесли на 8.20, по-моему. Теперь мы прилетаем, оказывается, мы вылетаем в 7.25, представляете? Его кидают на плюс-минус полчаса-час туда-сюда. И если вы, например, берете... Вот мы видели такие рейсы, где прям впритык пересадка, вот час-полтора. Не берите никогда такие рейсы. Вдруг вот так вот что-то на полчасика перенесут, вы потом не успеете, вы потеряете деньги, особенно если вы покупаете раздельные билеты. Я пришла к такому выводу. Лучше брать единый билет. А мне пофиг, что ее там будет слышно. В общем, вы берете один билет с вашей точки до... точки прибытия, хотя бы с одной пересадкой, и вообще в идеале, чтобы вы даже никуда не выходили, ничего не делали, вы просто сдали багаж в вашем городе и приняли его там уже по прибытию, все, это идеально, я лучше буду в следующий раз переплачивать, чем вот так, ну, конечно, знаете, мы здесь сейчас полетели вот такие с тремя пересадками за 1700, по-моему, долларов, а вот с одной пересадкой, как вот я же сказала, у нас выходило 5000 долларов на двоих. То есть, ну, вот мы решили сэкономить. Сейчас мы посмотрим еще, как у нас будет пересадка с выходом в город. Ребят, вот чтобы вы понимали, настолько там было неприятно, что я достала антисептик и пшикаю сейчас вот обувь после прохождения этого контроля и вот этих
непонятных ребят-гастарбайтеров. А мы зашли в Subway, взяли. Я обожаю вот эти вот Subway штуки, где ты собираешь, как хочешь, вот сэндвич или как сказать. Мы нашли Starbucks, Виктор ушел за кофейком. Вон там он стоит. Сейчас покушаем хоть. А еще Starbucks, вон они там сзади, уроды. Ну да, мы взяли у них два кофе, воду. Нас, по сумме это вышло так же, как мы взяли вот в этом Subway два бутерброда. Мы хотели посидеть у них покушать там. Они нас выгнали, представляете, говорят, кофе можете пить, да, а есть тут нельзя, твари. А там никого нет, мест дофига свободных, но извините, мы у вас тоже как бы заказали. И... А в чем прикол? Там Макдональдс едят. Там сидели и Макдональдс, да, вот прям мы им помешали, да? Подошла, если сказала. А этот, а здесь вот как бы здесь куча разных помещений, заведений, вот там Макдональдс внутри, еще что-то. И вообще ничего даже не говорим. Сейчас бы подошли, нам сказали, прикиньте, Starbucks там пейте, блядь, а вот это бутерброд тут ешьте. Какой я Саймон? Я вязал отсюда, ну они что написали? Салмон, я откуда знаю, что они. Я говорю, имя у тебя в Starbucks спросили, он говорит, да, и вот написали. Как будто написано Бамос. Угу. Как будто написано Бамо 5. Ба... опять. Еще даже место есть, где посидеть. Знаете, сколько... Да громче, сколько... говорите, не будет слышно. Я спала. Я уснула. Сидел рядом. Охранял сумки. Короче, я просыпаюсь, время 8:10, у нас вылет в 7:50, я глаза открою, на меня смотрит. Че? Ну это не то, что... Вы не подумайте, что мы типа профукали. Здесь, в Бангкоке, они начинают работать в 8 аэропорты. И они в 8 good morning и перенесли наш рейс на 9:10. А вы представляете, как я проснулась? Я смотрю, уже наш самолет тут летит на половине Бангкока. Я сплю, лежу вот тут на сидушке. Так, мы сейчас полетим в этом цепном самолете. На самолете. Виктору говорю, попрошу сейчас еще в этом, на Бали. Я говорю, что у нас этот, у окна, чтобы посадили. Покажи, как мы будем сидеть. 18-19. Да, мы вместе будем у окна сидеть, а, понимаете? Спереди да, Виктор, да, сзади я. Ну, если там еще окна не будет, а вот такого будет иллюминатор. Как в Сурабае? Ну, короче, вот. Так что мы летим друг за другом. Привет, Вьетнам. На русском языке написано. Ты видел багаж? Так, мы, кстати, достаточно быстренько пролетели мимо виза, паспортного контроля. Нужна. Виза нужна, да. Ну и мы сейчас ждем, да. Я просто фотку на телефоне показала. Сейчас будем ждать вот здесь багаж. Надеюсь, наши чемоданы первые вот прям закинут, потому что они у нас летят прямо издали, и они должны быть крайние, правильно? Вот, и нам нужно забрать багаж, выйти с аэропорта и потом зайти снова, пройти контроль. Да. Все. На трех языках здесь. Смотрите. Добро пожаловать на русском. А вот Саламат Датанг на балийском. Это мы тоже знаем. Что мы так переживали, так торопились. Посмотрите, все еще закрыто, нет ни единого человека. И мы с Виктором, с нашими шмотками, все, первые пришли просто. Сейчас он пойдет там спросит. По-моему, еще даже, вот у нас ряд F, там даже еще людей на регистрацию нет, пошел спрашивать. Еще, ребят, сегодня была, наверное, самая худшая посадка в моей жизни. Мы прилетели во Вьетнам. А здесь прям над Мечангом были тучи и дождь. А моросил этот дождь по окну. И я так понимаю, что мы прям по кругу кружили. Не мог самолет сесть. Ну, короче, мы кружили так, и он постоянно то вниз, то вверх сильно. Уже даже людям в самолете становилось плохо. Нескольких людей там прям рвало. Меня вот так тоже уже воротит. И вот прям вообще. И он прям, знаете, это вот эти американские горки, когда, как говорится, душа в пятки, да, падает. То есть вот это вот просто без остановок. Еще вот эти тучи, от тучи самолет трясется, видов в окна нет, все вот так вот в тумане. И он как-то летал по кругу и как-то вот вылетел вроде из этой тучки и более-менее нормально приземлились.
Но авиакомпания, вот эта Asia Air, вообще мне не понравилась. По итогу мы летели с пересадкой сюда и там этой авиакомпании. И мы нас там ни разу не кормили. Да, билеты не супер дорогие, но знаете, вот у нас тоже мы летали разными рейсами, даже летали там часовыми рейсами, хотя бы, знаете, попить предлагали, водичку людям дайте, отбираете же все на контроле, а там покупать, вот мы сейчас здесь, да, например, купили водичку, почти 2000 тенге стоит водичка, ну, то есть в аэропортах все дорого, ну, ладно, окей, но мы, ну, даже в самолете ты летишь, да, мы сначала там 4,5 часа летели, плюс вот пересадку, ну, еще 2 часа, и, ну, типа, ну, пить хочется, есть хочется, ничего не дают. Сидушки, ну, сидушки окей, ну, сидушки, как сидушки, не, ну, естественно, ни телевизоров, никаких развлечений, никакого там Wi-Fi, ничего нет, даже журналов нет, вот я хотя бы там, сидишь, залипаешь, вот этот журнальчик возьмешь, рука затекла, в этом, в кармашке возьмешь журнальчик, сидишь, читаешь, отвлекаешь, ну, хоть что-то делаешь. А здесь, короче, ничего, вот, не понравилось мне. Ну, даже, знаете, вот видно по персоналу, вот они, мы выходим, ну, как бы, когда вот стюардессы, да, стюарды, они там говорят всем здравствуйте, до свидания, там улыбаются, вообще не улыбчивые, не знаю, чья это авиакомпания, вот, по-моему, тайская, не улыбчивые, не прощаются, не здороваются, ничего не говорят, мало того, они начали вещи вперед людей собирать, и он такой, goodbye, и надевает рюкзачок и пошел. Ну, они же должны провожать людей, ну, не знаю, как-то, ну, неуважительно, как будто, знаете, у меня было ощущение, что я на какой-то маршрутке, вот, с Алтын-Орды, вот, знаете, в 2010-х, вот, ехала, сервиса никакого. Но то, что даже на воде экономят, попить людям не дают, это, конечно, ладно, маленький перелет, двухчасовой, окей, я еще, как бы, ну, хорошо, но 4,5 часа лететь, я считаю, могли бы, конечно, раскошелиться. Вот, все-таки у нас на все про все наш перелет, ну, не дешево совсем встал, поэтому я считаю, что можно было. В общем, следующий наш рейс сейчас будет через Vietjet, вьетнамская авиалиния. Не знаю, как там, но мы лететь будем 9 часов. И, соответственно, мы с Виктором, вот мы сейчас первые пойдем на регистрацию, и мы решили, а мы не знаем, будет забить самолет, не забить, сколько будет людей, сколько будет... Мы еще туда летели там вот одним рейсом, самым первым, когда так совпало, вот мы все по трое сидели, один мужчина сидел, один, и он прям лежа летел, вот так в кайф было, знаете, конечно, сутки не спать не очень, ты прям вообще себя чувствуешь кусочком какахи. Вот, и, а вдруг не подфартит, а вдруг неудачные какие-то сидушки. Вот мы решили, что мы сейчас возьмем платные сидушки, которые вот с местом для ног. Вот, там, конечно, мы изучали, мы смотрели самолеты. Гуглите, смотрите, какой самолет летит. Потому что один раз у нас была такая ситуация. Мы летали, по-моему, в Египет, и мы еще не очень все понимали. Мы летели туда, и нам попались вот эти места с местом для ног. И я запомнила, что это были 33-е места, 33-е, по-моему. И когда мы летели назад, мы подходим на регистрацию, мы говорим, дайте нам 33-й ряд. Она говорит, точно? Мы такие, да, она там 33-й, мы такие, да, ну, такой, ну окей. Она нам выдает 33-й ряд. Ну а там тоже, знаете, 7 часов, по-моему, лететь. И она нам выдает 33-й, мы довольны, мы с нас, зачем полетим, место для ног будет, мы так комфортно там поспали. Еще такие подножечки для ног были. И, представляете, мы заходим в самолет, а там 33-е место. Получается, без откидной сидушки, потому что сзади нас туалет. Вы представляете, как мы попали? Это был такой фейл вообще. И мы теперь поэтому более серьезно относимся к выбору мест. Вот. И мы прям гуглим, какой летит самолет. Вы можете загуглить, да, посмотреть по вашим билетам, какой летит самолет этот рейс. Загуглите, заходите на сайт авиакомпании, смотрите, какие у авиакомпании самолеты, находите ваш. Вот этот вот, допустим, мы Boeing, да, вот этот нашли. И смотрите, там схема расположения сидений есть. И выбираете там, где вы хотели бы сидеть. Вот, можете там попросить, с какого по какой ряд вы бы хотели, что-то еще. Вот, и мы, в общем, будем покупать. Ну, а здесь доплата вроде $25 за место. Я считаю, это стоит, что 10 часов лететь, мы хотим поспать, потому что мы вообще вот не спали, как-то вот так вот полуглазом, по часику, наверное, по очереди поспали. И, друзья, да, мы без микрофона, сори, но здесь никого нет, вроде все слышно, нормально. Да, мы первые. Виктор, вещай погромче. Итак, погнали. По поводу перелетов, да? Самое главное, что мы поняли, это еда.
еда здесь говно. Ну, во всех аэропортах говно еда. Вы же, ну как бы, при пересадках постоянно же кушать хотите. И получается, что нужно кушать, а кушать нечего. Мы взяли каких-то, что это такое, бутерброды? Мы еще старались, искали еду такие, более-менее. Очень вот... много там, ну, где это, в Таиланде, да, было? На Бали. А, на Бали, короче, много кафешек, все, мы такие, о, ну там, наверное, нормально. Starbucks прошли, все, прошли, и такие смотрим. Там не было Starbucks. А, не было? На Бали. Не было Starbucks, а помню. Может было, ну, короче. Прошли такие, о, вот здесь возьмем круассаны. Взяли круассаны, и походу мы траванулись ими или что, непонятно. Ну, короче, несварение было такое, что хотелось не лететь, а думать о туалете, короче. И так везде. Везде говняная еда просто. Ты хочешь супчик поесть? А какой тебе супчик здесь? Мы как поняли, да? А, здесь нельзя, походу, готовить по... В пожарной безопасности, да. В аэропортах нельзя готовить. В аэропортах или как-то, ну, исправить, короче. Нельзя готовить. И, походу, она вся вот такая еда напичканная. И... А, мы же что-то, по-моему, рассказывали уже про Сигурен, как мы ели в Сурабае. Да, да, в Сурабае. Но это настолько видео, прям... Да, нет, вот тут мы уже... А, здесь, да? Ну, короче, а ты, а рейс наш скажи. Скажи, как мы торопились. Короче, один рейс отменили. Ой, отменили. Нет, здесь, сюда, сейчас. А здесь мы сюда торопились, чтобы все не опоздать, потому что там вот 4 часа на пересадку было, мы думали, блин, долго будет пересадка, багаж забирать. А потом у нас было... Багаж забирать, потом нам еще... выйти нужно было. Нет, подожди, 4 часа была пересадка, мы же приехали, мы вылетели с опозданием на полтора часа, 3 часа у нас должно было. Точно, мы вылетели с опозданием, прилетели с опозданием, потому что тучка, походу, крутился что-то. Да. Зашли, думали, долго будем багаж получать, ну все тут. Мы за 20 да, минут вышли минут и зашли. Мы быстро вышли, но нам нужно было покинуть и заново зайти. Зашли, вышли, и такие подходим, типа, ну все, успеваем, 20 минут. Как раз у нас 3 часа остается на пересадку, подходим, а они говорят, у вас рейс в 17.10, а сейчас 12. На 2 часа вперед перенесли, представляете, и мы просто как дебилы. И мы, понимаете, мы не можем пройти вот тут регистрацию, чтобы хотя бы попасть в ту зону, где там кафешки, покушать, кофе попить, постель. Может, пойдем поищем, посмотрим или что? Ну я где водичку тебе покупал, там кофемашину, он ногами внутри стоял, что-то делал. Я такой не хочу. Ну, короче, мы просто вот тут вот одни будем сейчас сидеть до 5 часов. Даже не полежишь, не поспишь, потому да, что да, даже не полежишь. Вот это... Так, а мы все-таки решили разобрать наши чемоданы, на всякий случай повытаскивать лишнее, сделать ручную кладь, чтобы не докапывались. И давай откроем. 2 кг нам нужно отсюда вытащить. Дубль 2. 15,3. Я так поняла, они округляют, вот это убирают. Можно даже вернуть шорты туда. Давай шорты вернем. А с твоего чемодана что-нибудь одно вытащим и как раз. Смотрите, вот я джинсы, шорты достала. Вот так сюда ставлю. И вот видите, ровно 2 кг. Ну и второй чемодан. 16,6. Ну, буквально полкило убрать, там 700 грамм. Давай что-нибудь вытащим, какие-нибудь джинсы тоже. Или штаны у тебя есть. Давай, открывай. Так, 0,9. Достали штаны и куртку. Что за бред, если честно, да? Мы это все то же самое сейчас вот просто в другой сумке вот повезем. Ну ладно, упаковывай, так и пойдет. Так пойдет? Ну, конечно. Уверена? Да. Тогда ты шмотки тебе забирай. Давай. А ты еще раз на весы ставь. Ну, слушайте, хорошо, хоть тут весы есть. Вот мы, например, с Бали вылетали, там весов не было. Или мы не видели просто. Сейчас посмотрим. Главное, что было типа 15,9. Вот чтобы главное первое число, я так поняла, не было перевеса. О, идеально. Всё. Что интересно, сумка для ноутбука не считается ручной кладью. У Виктора вот он говорит лаптоп. Лаптоп у меня. Да, оно там... А ну, короче, ручная кладь доступна 7 килограмм. Давай ставь, посмотрим. Ой, слушай, нормально, я думала, килограмм 10 она у тебя весит. А тру, вообще изи, можешь еще 2 таких таскать. Знаешь, что интересно? Когда ты в зале тягаешь 5-килограммовую килограммовую гантелю, она легче. А вот это как будто килограмм 15 у тебя весит. Моя вообще, наверное, там легкая. Вот, все, что мы вытащили. Вот. Ребята, самое главное забыла рассказать. Маски везде отменили. Не надо маски носить. ПЦРы и прививки, как их, вакцины, нигде не просили. У нас обед. Единственное, что мы тут нашли, Бургер Кинг. Кстати, очень вкусный, да? Ну, за 2 куриных бургера и 2 колы отдали $17. Ну, такие чисто аэропортовские. По 17,5. 18,5. 18,5.
Чисто аэропортовские цены. У нас гейт 8, вот мы прям тут сидим с краю. Вот, там народу, там туристы да. такие, прям типичные туристы. Лучше мы... бы не прилетали. Да, это вообще, да, там такие прям туристы. Но мы вот первые сюда проскочили, сидим, кайфуем, пока их нету. Ребят, что касается визы. Везде у нас ее спрашивают, везде. На вылете из Бали, на пересадке в Таиланде, на прилете в Таиланд, на вылете из Таиланда. На выходе из Таиланда. Ну да, на вылете из Таиланда. На входе, на выходе из Вьетнама, на входе в аэропорт, на выходе из аэропорта и во вход в аэропорт, когда мы уже домой собрались лететь, он все равно здесь спросил, он еще прям, знаете, так, типа, а почему ты один день тут все была? Ну, у нас все как бы виза на 30 дней, а дата прибытия и улета сегодня же. Я ему объясняю, говорю, я с Бали лечу в Алмату, а у нас этот транзит, пересадка. Он такой недовольный был вообще. Ну, короче, как-то так. Но визы проверили везде. А сколько сейчас времени? 15:04. Мы уже практически сутки, да? Да. Практически сутки летим. В пути. Выходит, все даже больше, чем мы ожидали, так как перенесли время. Мы выехали из дома в 8 где-то, да, сюда, вот, ну, в аэропорт, очень 8. Ну, в общем, через несколько часов уже будет, как вот на сутки пути. Все, уже начинают колени болеть. Когда встаешь, ты заметил, начинаешь идти, уже колени болят. Состояние такое уже. Ну, мы вроде как-то так на позитивчике, но поспали, наверное, по часа полтора мы за эти сутки. Но чувствуем себя норм. Но остался последний, самый длительный перелет. В самолете продавали комфорт места, апгрейд по $13, как тут один этот бизнесом, летим. Вот, этот апгрейд, то там сидушки такие же, все такое, что просто ты летишь у носа самолета. А если без апгрейда, то ты, ну, в середине и в хвост. Мой самолет большой, Боинг такой, вот два ряда и посередине еще. Вот. Ребята, это жесть. Посмотрите, здесь ни телевизоров, ни зарядок. Места маленькие. Вот у меня еле ляжки вмещают. Тут женщина вообще еле вместилась рядом с Виктором. Битком нас понабили сюда, хотя Боинг огромный. Там еще сзади мест 500 здесь, наверное. А они понапихали нас вот так душно. Вообще нет, нечем дышать. Это вообще нереально. Я не знаю, как будем 9 часов вот так лететь. Это самый ужасный вообще перелет всей моей жизни. Смотрите, сколько народу, все забито. Мы думали, хоть получится поспать, потому что мы до этого летели. То есть там первая секция такая, мы во второй. И сзади еще такая же третья, все забито. А мы до этого так и летели, и было много свободных мест, и мы хотя бы как-то вот могли по двое вот бы прилечь, но нифига. А у Виктора соседушка, смотрите, какая тетенька, много места заняла. Тебе тесно? И телевизора нет. Телевизора нет. Она же... Кстати, вот сколько мы летаем, только свет включают, ну, взлет происходит, все начинают куда-то ходить, что-то делать. Все, манты там, сушники. А? Сало. Сало, да. Яички. Яички. Курица гриль. Это какая-то жесть. Кто-то ест чечу. Вот такой вот обед здесь. Ужин. Было, короче, кормили вот такими черными штуками на поезде, помните? Да, каким-то мелом кормили. Ну, черный какой-то, да. Ну, фокус хочу поймать. Это холодец, наверное. Холодец. Это 9 часов дороги, вот. Мы уже изучили инструкции, мы уже изучили вот журналы местные, мы уже все, что могли, поделали на вьетнамском, да.
Там орёт ребенок, мы уже так устали, а мы летим только час, представляете? Это просто какая-то петля времени. Мы вот. А мы тут нашли, давай покажем лестницы. Светлая. Ребят, вы посмотрите. Мы летим уже несколько часов, 3 часа, наверное. Все хотят спать. Все повырубались. Но эти придурки, блядь, не выключают свет. Невозможно спать. Из-за этого все ходят, разговаривают, шумят. Бля, это вообще очень... Вот куда ты полезла? Куда? И вот этот движ безостановочный, вот из тех, кто не спит. А когда свет выключают, все спят. Короче, ребята, они свет не выключают. Они не дают никому спать. Я уже попросила, подошла. А они все ходят со своими тележками. Вот они один раз вот этим... кусочком риса покормили, они теперь, я так держу телефон, знаете, чтобы меня слышно было, потому что у меня микрофон там, а тут вот женщина спит. И, короче, вы знаете, они ходят, и они все продают, платно здесь теперь напитки, чай, перекусы, все продают, они с этими тележками туда-сюда на 50 кругов, лишь бы мы все купили. Не выключают, представляете, свет, я не знаю, вот они, я подошла, когда они вот эти вот крайние выключили, основной не выключают. Но это же, ну это ненормально. Это 9-часовой ночной перелет, и они не дают людям спать. Вообще жесть. Темнота там. Снег, видите, на окнах. Ребят, ну знаете, я считаю, что такие самолеты в такие длительные полеты, вообще вон они опять платно понесли. Вот они из-за этого свет не выключают, чтобы у них все покупали. Ой, друзья, прикиньте, я только вот сижу, монтирую видео для вас, вот наушнички сняла, потому что спать не дают. Подошли к нам с Виктором, я только хотела записать видео и пожаловаться, что этот перелет у нас такой длительный и дорогой. А мы вот с женщиной разговаривали, с тут соседками, они вот все по путевке, и у них, знаете, 10-дневная путевка, все включено, на двоих вышло по цене так же, как наш просто с Виктором перелет здесь. Возьми водичку, пожалуйста. Я думаю, ну неужто вы это уж покормить-то могли? И вот, видите, вторую еду принесли, орешки. И, походу, то же самое, что было. Мы сейчас посмотрим, что они там принесли. Так, вот, как это выглядит. Спагетти написано. Лапша. Лапша с подливой. Да, таким воздухом, конечно... Давно мы не дышали. Холодно. Все в куртках, в шапках. Мы с Виктором вот в наших распашонках, с которыми вот, ну, максимум, что у нас было, от рубашечки, мы в них. И, конечно же, эта крутая авиакомпания не раскошелилась на рукав. И я надеюсь, мы успеем в первый, потому что мне так холодно. Так, а пока мы ждем багаж, хочу рассказать, как мы все-таки сдавали наш багаж. У нас реально мы все подсчитали, и не зря мы это сделали, потому что Виктор стоит на фоне Лексуса. Потому что, короче, да, перевес нельзя. В общем, на 1 килограмм перевес все отправляли людей уже платить. Вот то, что мы закинули вот кофты, которые я сейчас вот на себя надела, у меня вот тут была кофта, и вот здесь двое джинс. Мы попросили, говорим, а можно вот в чемодан засунуть, когда мы сдавали? Она говорит, нет, это ручная кладь, все, все строго, строго. И вот такая вот 3-килограммовая ручная кладь у нас была дополнительная. Вот так вот там даже по багажу. А еще, ребят, знаете, вот этот дикий кашель сухой, неприятный. Я сначала думаю, да что такое? Короче, он начался у всех где-то с середины полета. И потом до нас дошло, в общем, короче, ребята, это, походу, курящие люди. Они то, что столько времени курили, как давай кашлять просто весь поезд, хотел сказать, самолет. Все как прям задыхаются, кашляют, это такой ужасный звук, и под него невозможно спать. Сначала один, второй, три, но я не знаю, ну человек, наверное, 30 вокруг нас, и все вот так вот кашляют. Они до сих пор, все люди вот стоят, кашляют. Вообще. И вот это еще одна причина была, почему невозможно было спать. Где наши чемоданчики? Мы с чемоданчика начали видео, чемоданчиком закончим. Едем домой.